Yeah. Shiva Shiva was... На Маскаром, где бы вы ни были. Все вы уже, наверное, знаете, что количество, простите, инфицированных людей в Индии в основном находится под контролем. Для такого значительного населения, как у нас, это совсем неплохо. Но в этом есть небольшой пробел, потому что подтвержденные случаи означают, что они прошли тестирование около недели назад. Подтверждение требует 6-7 дней. Так что случаев может быть немного больше. Но по сравнению со многими другими странами, у нас все под контролем. Я думаю, что мы объявили карантин в нужное время, прежде чем это начало распространяться в общинах. Но где бы эти подтвержденные случаи не происходили, их смогли отследить и понять, откуда они пришли. Но, к несчастью, во многих других странах ситуация превращается в сплошное безумие. Даже у премьер-министра Великобритании нашли коронавирус. И у принца Чарльза тоже. Вирус распространяется по всему острову. В Нью-Йорке заболевших более 10 тысяч человек. Кажется, Соединенные Штаты сейчас частично закрыты на карантин. У них есть преимущество в виде большого свободного пространства, которого нет у Великобритании. В Испании количество смертей превысило 2300 человек. В Италии то же самое. вся эта ситуация. Но мы также понимаем, что большинство людей выздоровеет. Но проблема будет заключаться в том, что если в какой-то стране заразятся слишком много людей, им будет невозможно оказать необходимую медицинскую помощь. Тогда люди начнут убирать в большом количестве. И именно это мы пытаемся предотвратить с помощью карантина. В Индии существуют стратегии, согласно которым, даже если карантин ослабит в пределах штата, то между штатами изоляция будет продолжаться в течение долгого времени потому что они хотят разорвать цепь распространения инфекции, которая сейчас происходит. Если в каком-то городе заражено определенное количество людей, то остановить их от контактов с другими очень трудно. Вчера в Атланте был трагичный случай, когда медицинский работник, я думаю, 42-летняя женщина, она работала в больнице, вернулась домой и умерла. С ней был четырехлетний ребенок, в доме больше никого не было. И она просто умерла от коронавируса. Подобные трагические случаи происходят. Так что я хочу, чтобы все, каждый из вас, каким бы способом вы ни общались, следите за тем, чтобы все соблюдали физическую дистанцию. И вы не должны быть причиной проблемы. Об этом вы должны позаботиться. Те из вас, кто немного ленив, кто всегда проклинал свою работу, и люди, которые всегда говорят «Слава Богу, сегодня пятница», это ваше время. По крайней мере, хорошо проведите эти 3-4 недели создаются экономические планы, как в США, так и в Индии. Все их поддерживают. Это словно мы не будем жить три месяца, а потом начнем жить снова. Это будет похоже на то, что случилось с Гулливером, но только на три месяца. Самое главное, чтобы люди не впадали в панику и не начинали делать глупости чтобы люди не поддавались страху и не начинали бегать по улицам. Очень важно, чтобы все вы сохраняли физическое и психическое равновесие. Это отличное время, чтобы обратиться к себе. Когда я оглядываюсь назад за последние 3-4 десятилетия, за всю мою жизнь, у меня не было трех недель на себя. Такого никогда не происходило. И вот... Так что я хочу, чтобы вы воспользовались этим временем максимально эффективно. Три недели ⁇ это очень много. Если за три недели мы приложим достаточно усилий, мы сможем стать физически сильнее и крепче, психически более стабильными, с большим потенциалом. Энергетически и духовно мы сможем сделать много всего за эти три недели, работая полный день. Многие из вас проходили программы Иши, и вы могли заметить, как через два или четыре дня программы жизнь начинает круто меняться. За три дня Бхаваспанданы жизнь переворачивается с ног на голову. Так что это наше время. Чтобы вы действительно стали жизнью, которая будет стремительно расти, да? Давайте не будем жаловаться насчет всего, что подбрасывает нам жизнь. Вирус делает свою работу, мы должны делать свою. Это важно. Мы не должны делать его работу, мы будем делать нашу. Если вы передаете вирус от себя другому человеку или от другого человека к вам и от вас к кому-то еще, вы выполняете работу вируса. Вы на его стороне. Если вы не сотрудничаете с вирусом, это значит, что вы делаете то, что вы хотите. Сейчас то самое время. Нам был дан отпуск. Что ж, он отбросит нас назад в экономическом плане на разных уровнях. Отдельных людей, семьи, общины, страны. Вся мировая экономика, вероятно, немного отступит назад. Ничего. Это, конечно, немного неприятно. Это отразится на всех нас. Это навредит нам как институту, но ничего страшного. Возможно, мы будем жить, как жили пять или десять лет назад. Ничего плохого в этом нет. Тогда все было прекрасно. Мы вернемся к этому. Самое важное, что мы живы и что у нас каникулы. Давайте воспользуемся ими правильно. Но люди продолжают жаловаться. Всего три дня как дома, а дом уже превратился во что-то угнетающее. Раньше они жаловались где мой муж, я вижу его все раз в неделю, где моя жена, она постоянно на работе, я ее совсем не вижу. Я скучаю по тебе, ты скучаешь по мне. Ну а теперь мы скучаем по офису. Человеческие отношения всегда такие. Когда вы вместе, это проблема. Когда вы врозь, опять проблема. Когда они далеко, есть только одна проблема — вы по ним скучаете. Когда вы вместе — целая куча проблем. Как-то раз, когда-то Шанкаран Пилай играл в гольф по выходным. Каждые выходные он играет в гольф. Однажды, субботним утром, он надевает свои ботинки для гольфа. И тут к нему подходит жена. Вся на взводе. Она говорит, каждые выходные ты уходишь играть в гольф. Ты меня совсем не любишь. Ты любишь гольф больше, чем меня. Шанкаран Пилай, затягивая шнурки на ботинках, говорит, Лакшми, это правда. Я люблю гольф больше тебя. Но заметьте, что я люблю тебя больше, чем крикет, теннис и футбол вместе взятые. Так что сейчас время для того, чтобы обратиться к тому, кто мы есть, из чего мы сделаны, какие у нас ограничения. Пришло время обратиться к этому. Пришло время посмотреть на это. Сейчас подходящее для этого время. Давайте не будем обманывать себя. Всеми этими надуманными представлениями и идеями, которые вы нахватали из романтических рассказов, фильмов и так далее. Сейчас время посмотреть на то, кто мы есть. У нас есть свои проблемы. У нас есть проблемы, и мы должны посмотреть им в лицо. Мы думаем, что другие люди являются проблемой. Нет. У нас есть проблемы. И как люди мы должны посмотреть этим проблемам в лицо. Пришло время для этого. Если бы вы могли делать так каждый день и при этом продолжать делать свою работу, это было бы замечательно. Но если вы не можете этого делать, тогда сейчас правильное время, когда нужно побыть одному. Все проблемы, которые у вас есть, очевидно, ваши проблемы. Вашего начальника здесь нет? Вы не можете обвинить его в этом. Пробок на дорогах тоже нет. Вы даже никуда не ездите. Вы не можете винить во всем плохие дороги. Тогда почему же вы сходите с ума? Вы не опаздываете в свой офис, так что и на это жаловаться вы не можете. Вы сидите дома и вы в панике. Очевидно, что в этом виноваты вы. Самое время рассмотреть это. Человеческие отношения становятся тем, чем они становятся. В основном потому, что большинство людей думают, что источником моей радости должен быть другой человек. Нет, это ваше дело, видеть, что вы являетесь источником радости для другого человека. Каждый хочет встретить замечательного человека, которого не существует. У меня богатый жизненный опыт, поверьте. Такого человека не существует. Потому что даже, знаете, сегодня, по крайней мере в Индии, все думают, что самый прекрасный и замечательный человек ⁇ это Кришна. Он танцует, поет, он любит, он весь такой замечательный. Но в те времена его жены постоянно на него жаловались. Даже его жены жаловались. Потому что вы всегда думаете, что кто-то другой должен быть замечательным. Эти три недели ⁇ то время, когда вы можете стать тем самым замечательным человеком, с которым вы стремитесь познакомиться. Вы можете стать тем самым замечательным человеком, которого вы хотите найти в других. Это ваш шанс, если вы станете таким замечательным человеком. Другие тоже смогут наслаждаться этим. Но самое главное... Вы будете наслаждаться этим. Если вы сидите здесь, если вы прекрасный человек, то вы наслаждаетесь этим. Если другие тоже наслаждаются этим, прекрасно. Если вокруг никого нет, то вы наслаждаетесь тем, что вы прекрасный человек. Вы всегда в прекрасной компании. Это должен сделать каждый. И сейчас этот вирус дал вам такую возможность. Три дня дома. Это хорошее время, чтобы сделать это. Некоторые из вас в ашраме, остальные у себя дома. Сейчас хорошее время, чтобы сделать это. Очень хорошее время. Давайте воспользуемся им. Вопросы? Садгуру, первый вопрос от Упадья. Намаскарам, Садгуру. Когда вы рассказывали о Дианалинге, вы упомянули, что доступ к нему можно получить откуда угодно. Последние несколько месяцев у меня сохраняется очень интенсивное желание испытывать ваше живое присутствие 24 часа в день. Можете ли вы дать мне метод, с помощью которого я смогу воплотить это в жизнь? А что в твоем понимании живое присутствие? Хочешь, чтобы я постоянно был онлайн? Сегодня под этим подразумевается не то, что я жив, а то, что я онлайн. Итак, давайте поймем следующее. То, что вы сейчас считаете собой, вот это я. Я уже достаточно говорил с вами об этом, провел достаточно процессов. То, что вы считаете своим телом, это накопление. Это ваше. Но не вы. И другой аспект. Вся эта неразбериха, что происходит в вашей голове, содержимое ума, вы считаете это собой. Но это также накопление, это также ваше. Никому больше не захочется этим владеть. Это ваше. Но это не вы. Так что то, что вы считаете собой, вы знаете, что вы существуете, но не знаете, какова природа вашего существования. Так что весь смысл духовного процесса и инструменты, которые были созданы для того, чтобы проявить или привнести это переживание в жизни людей, <coughs> все инструменты. Дианалинга или Йогешвар, или я сам. Это инструмент, это не человек. Это такие инструменты, что вокруг них постоянно происходит нечто за пределами физического. Основой физического являются очерченные границы. Без очерченных границ физической природы не существует. Так что, как только начинает происходить что-то за пределами физического, такое понятие, как граница, просто перестает существовать. Не существует здесь и там. Физическое может быть либо здесь, либо там. То, что не является физическим, не находится ни здесь, ни там, либо же одновременно и здесь, и там. Это может прозвучать как что-то запредельное. Но обычно большинство людей, я бы сказал, что более 90% людей могут удерживать абсолютное внимание на чем-то, только если они эмоционально вовлечены в это. Очень немногие люди обладают таким умом, который может дать им абсолютную вовлеченность без эмоциональной вовлеченности. Это требует значительной работы, чтобы обладать умом, который может удерживать абсолютную концентрацию на чем-то, не будучи вовлеченным. Но я бы сказал, что для 90% людей требуется эмоциональная поддержка, для того, чтобы уделять полное внимание чему-либо. По этой причине вы уделяете внимание только тем, кого вы принимаете в границе своей любви. Тех, кто находится за границей, вы игнорируете. Вы не можете уделять им внимание. Из-за этого духовный процесс всегда страдает для очень простого аспекта, чтобы сконцентрироваться на чем-то, мы говорим о преданности, эмоциях и тому подобном. Является ли это необходимым? Нет. Если бы вы просто могли быть абсолютно, вам бы не понадобились никакие эмоции, не понадобилась бы преданность. Просто сидя здесь, сухими, словно хворост, вы все равно могли бы реверберировать с энергиями Вселенной. Но это доступно для очень маленького процента людей. Остальным требуется... Кто-то должен заполнить ваше сердце, иначе люди не будут смотреть в этом направлении. Они посмотрят, но через несколько секунд уже будут здесь, там, повсюду. Люди могут удерживать непрерывную концентрацию, только когда они эмоционально вовлечены. То, что имеет для вас значение на уровне эмоций, становится объектом внимания для вашего ума. Так что в этом смысле это замечательный инструмент. Поэтому мы привносим эмоции в систему. Как только появляются эмоции, эмоции... Они такие. Из-за этого передача становится непростым заданием и начинает выглядеть необоснованно сложной, потому что каждый человек начинает интерпретировать это по-своему, потому что эмоции каждого человека уникальные. Так что не нужно теряться во всем этом. Не думайте о том, что делает кто-то другой, как это происходит с кем-то другим. Вот почему выше. Мы всегда просим людей не делиться своим духовным опытом, потому что других это может привести в замешательство. Если вы скажете, вот я лежал там, где-то в другой части мира, где бы вы ни были, как его зовут, Ачарья? Упадья. И пришел садгуру. сколько проблем для меня. Потому что самые разные люди начнут говорить, пришел садгуру и сделал вот что. Обычно они начинают с хороших вещей. Затем, спустя какое-то время, какую бы глупость они ни делали, это садгуру. Сейчас такое происходит с Богом. К счастью, Он не здесь. Так что ничего, можете обвинять его в чем угодно, но вы не можете получить к нему доступ. Так что я говорю, по крайней мере, по крайней мере, вы не можете наказать его. Так что это ничего. За всю ту ерунду, которая сейчас происходит, люди винят Бога. И вот почему я совершаю все эти идиотские поступки. Но как только подобное сфокусируется на живом человеке вроде меня, Тогда возникнут очень большие проблемы. Можем ли мы сделать так, чтобы присутствие было вам доступно, где бы вы ни находились? Конечно, иначе в чем смысл? Мы бы просто говорили о духовности. Разговоры о духовности в лучшем случае могут послужить вдохновением, в худшем развлечением. И только. Говорить и говорить о духовности. Вдохновение требуется в самом начале. Но если вам требуется вдохновение на протяжении всей вашей жизни, то вы безнадежный случай. Вдохновение. Это все равно, что зажигание, чтобы завести двигатель. Если вы будете продолжать поворачивать ключ в замке зажигания, после того, как завели двигатель, он будет издавать странные звуки. То же самое происходит с людьми. Как только они достаточно вдохновлены, нет необходимости продолжать вдохновлять их, они станут фанатиками. Если продолжать вдохновлять людей, они станут безумцами которые будут совершать самые нелогичные и ужасные поступки в мире. Слишком много вдохновления. Вдохновление подобно зажиганию. Для того, чтобы человек начал движение, небольшой толчок, и после этого все. После этого у них должны быть процессы и методы, с помощью которых они смогут получить доступ. И в первую очередь вовлечение. Так что мы говорим об освященной форме, вроде дианолингии. Или меня, или вас. Когда мы инициировали вас, я говорил об этом. Но в основном мы стараемся избегать говорить об этом. Мы по-прежнему называем Шамбови инициацией. Но на самом деле это не инициация, потому что ничего не передается. Это освещение. Все, что вам нужно, это делать ежедневную практику. Это не шакти на крия или медитация шуни, когда присутствует конкретный процесс. Здесь вы просто... Это все равно, что подметать храм. Каждый день люди подметают пол в храме Дианалинга. Они не заряжают Дианалингу энергией. Нет ни ритуалов, ни процессов. Они просто подметают пол, поддерживают чистоту в храме. Вот и все, что вы делаете с Шамбови. Вы не делаете ничего, чтобы усилить себя, просто поддерживаете его чистым. Допустим, вы не поддерживаете чистоту окон у себя дома. Тогда солнечный свет начнет казаться недостаточно ярким. Если у вас грязные окна, или на глазах появилась катаракта, то даже солнце начнет казаться недостаточно ярким. Это может произойти очень легко, так что все, что вам нужно, просто поддерживать чистоту. Садхгуру, я делаю практику каждый месяц, простите, каждый день. Я лишь немного подшучиваю над вами, просто так. Сейчас же каникулы. Если вы делаете практику каждый день, до некоторой степени она чиста, но может быть на весь оставшийся день вы совершенно о ней забываете. Так что одна простая вещь, которую вы можете сделать, используйте что угодно. Это может быть фотография или мантра или звук, может напоминание на телефоне, что-то с помощью чего вы будете соединяться с этим аспектом в течение дня, умственно и эмоционально. Настолько часто, насколько это возможно. В течение дня. Вы закроете глаза, появится только это. Пока что появляются только кинозвезды и все остальные. Вы не чувствуете этого. Не то чтобы это отсутствовало. Когда вы делаете практику, вы чувствуете это, но вы не чувствуете это в течение дня, потому что вы позволяете другим вещам танцевать у вас в голове. Происходят самые разные представления. Так что делайте что угодно, используйте что угодно. Может, напоминание на телефоне, может быть, фотографию на заставке телефона, скринсейвер или мантру. Вы сами можете повторять мантру или слушать запись. Делайте что-нибудь. Все, что мы пытаемся сделать, чтобы ментально и эмоционально вы были сфокусированы в одном направлении. Сделайте это. И присутствие будет сильным. Даже сейчас оно есть. Но если у вас катаракта, разве вы сможете видеть? Вы просто пытаетесь избавиться от катаракты. Вот и все. Это очень даже возможно — испытать любое измерение жизни, которое не ограничено физической природой. Испытать, почувствовать и познать — это не проблема. Тогда расстояние — тоже не проблема. Для нефизического измерения не существует расстояний. Расстояние — это проявление физического. Если есть сантиметр, значит, есть и метр. Там, где есть метр, есть и 10 тысяч метров. Вот как обстоит дело от сантиметра до светового года. Расстояние существует только из-за физических объектов. Если физического не существует, тогда расстояние не имеет никакого значения. Так что это не физическое измерение. Испытать его, познать его не будет сложным, если присутствует определенное количество внимания в этом направлении. Создайте свое собственное устройство. Напоминайте себе каждые несколько минут или раз в час, или когда захотите. И это произойдет. Садгуру, следующий вопрос от Сони. Намаскарам, Гуруджи. Я из Берлина. Сейчас, когда снаружи тишина, шум внутри становится еще сильнее. Не могли бы вы рассказать о внутренних вибрациях и внутреннем звуке? из Берлина. Обычно люди не называют меня Гуруджи, потому что Гуруджи является почтительным обращением. Меня очень смущает подобное обращение. Садгуру — это описание. Точно так же, как ортопед, офтальмолог, гинеколог — или невропатолог. Садгуру — это всего лишь описание. Я не возражаю против такого описания, потому что оно значит «необразованный гуру». Никто не приходит и не тыкает передо мной пальцем в священные писания, потому что они знают, что в любом случае я понятия не имею, что там написано. Просто для того, чтобы не тратить время на обсуждение чего-то, о чем мы понятия не имеем и что нас никогда не интересовало. Но Гуруджи является почтительным обращением. Не поступайте так со мной. Я всегда жил определенным образом. Я всегда жил так, что люди вокруг меня постоянно находились в недоумении. Кто же он, черт возьми, такой? Для меня это очень важно, потому что Если они делают какие-либо выводы, то работать с ними становится очень тяжело. Недоумение означает, что, по крайней мере, понимаешь, что не знаешь. И это хорошо. Если кто-то придет к знанию, пережив очень глубокий опыт, это отлично. Это совсем другое состояние. Но нет необходимости делать позитивные умозаключения о ком-то или плохие заключения о ком-то. Вся почтительность происходит из того, что люди делают положительные умозаключения о ком-нибудь. Ценность того, кто я есть, проявится только, если вы просто будете смотреть на меня без каких-либо умозаключений. Вы увидите, что вы будете в полном замешательстве. Вы не уделяли внимания мне, потому что большую часть времени вы видите меня сидящим здесь, на сатсанге, или в подобной ситуации. Вы не видели меня в других ситуациях. Если бы вы видели меня в других ситуациях, вы бы пришли в полное замешательство. И это очень хорошо. Это означает, что вы не можете делать умозаключения. Потому что умозаключение — это смерть. Умозаключение означает, что возможность отсутствует. Если вы сделаете умозаключение обо мне, то, не осознавая этого, вы, как искатель, делаете умозаключение и о себе. Это означает, что поиску конец. Если вы делаете вывод, то где здесь поиск? Если вы будете называть себя искателем, в этом не будет никакого смысла. Что касается вибраций в Берлине, Внешние вибрации прекратились. Вопрос в этом, да? Автомобили больше не шумят на улицах. Мне нравится ездить за рулем. Но ничего. Может, каждый год нам нужно придумать, чтобы всему миру, всему поколению, каждый год на три недели отказываться от автомобилей на дороге, чтобы все оставались дома. Да. В чем проблема? Ничего не произойдет. Чтобы все в мире выключили абсолютно все, что у них есть. Как школьники делают перерыв на каникулы, чтобы и все люди также уходили на каникулы. Все остальные живые существа на планете будут ликовать. Так что если в Берлине перестанут ездить все машины, если шум от немецких автомобилей прекратится. Я правильно понимаю вопрос. Она спрашивает, как управлять внутренним состоянием или про внутренние вибрации. Не могли бы вы рассказать про внутренние вибрации и внутренний звук, учитывая, что снаружи стало тихо, но внутри стало более шумно? Внутри не стало шумно. Там никогда не было шумно. В этом месте не существует такого понятия, как шум. Просто потому, что вы ничем не заняты, вас начинают поглощать мысли. Большинство людей обычно думают, что они заняты. Но если посмотреть на их жизнь, в 60% случаев они просто поглощены своими мыслями. Это все равно, что жевать жвачку. Вы прижевываете и прижевываете то, что случилось вчера. В вашей физиологии отсутствует такое свойство. Это свойство, присуще коровам, козам, овцам. Они могут поесть сейчас, проглотить это, а через несколько часов вернуть пищу назад и снова начать жевать свою жвачку. У вашего организма нет такой функции. Поэтому вы создали ее в своем уме. Это эволюционная проблема. Вы не желаете переходить с четырех ног на две. Вы хотите пережевывать вчерашнюю жвачку. В южно-индийском мистицизме и в йоге мы смотрим на людей так. Наслаждаются ли они жизнью или страдают они от того, что случилось в прошлом? Сейчас они чем-то наслаждаются, благодаря своей прошлой деятельности, но не понимая, что они наслаждаются чем-то только благодаря прошлым заслугам, которые могут закончиться в любое время. В этом случае мы говорим о ее палаясадам. Палаясадам означает «старый рис», то есть старая еда, наслаждаться сейчас старой едой, тем, что мы ели вчера, с точки зрения энергии и силы. Это все еще будет эффективно для нашего организма. Точно так же, благодаря тому, что мы делали вчера или 10 лет назад, или в прошлой жизни, возможно, мы до сих пор пожинаем плоды этого. Но если не сделать что-то прямо сейчас, чтобы усилить это, тогда это закончится. Старая еда через какое-то время испортится. То, что было очень приятным, через какое-то время станет очень неприятным. Многие так называемые успешные люди в мире проходят через это на разных этапах своей жизни. Они наслаждаются результатами заслуг и кармой прошлого. Они думают, что все идет отлично и живут безрассудно. Но однажды это настигнет их и не обязательно снаружи. В основном это происходит в их психологической структуре. Их тело начинает просто отказывать. Они не могут поверить, что с ними это произошло. Это потому, что вы едите старую еду. Очень важно каждый день готовить новую еду. Это очень важно. Вот почему карма настоящего очень важна. И хочу, чтобы вы понимали, что у вас внутри нет шума, нет вибраций, нет звука. Все это в вашей голове, потому что вы пережевываете старую жвачку. Если вы заняты какой-то другой активностью, вы можете забыть что-то из того, что происходило в вашей голове сегодня. Но как только вы освободитесь, то увидите, что это будет продолжаться. Так что же мне делать? Мы научили вас разным способом. Не пытайтесь остановить это, потому что вы не можете этого остановить. Единственный способ ⁇ создать дистанцию между этим и собой. Существует множество методов для того, чтобы создать дистанцию. Если вы делаете шамбови или шунью, то определенно это очень мощный процесс. В противном случае можете делать и шакрию. Если вы не знаете ничего из этого, тогда можете сделать одну простую вещь. Вам просто нужно посмотреть на себя и увидеть, что вы маленькое существо в этом огромном мироздании. Мы не знаем, где оно начинается и заканчивается. Вы сидите на этом крошечном шарике планеты и думаете, что вы центр Вселенной. Это глупо. Все происходит из-за того, что вы думаете, что вы центр Вселенной. Это очень глупое представление. Из этого глупого представления появляется множество глупых идей, которые в социальном контексте называют интеллектом. Так что просто посмотрите на свои мысли в контексте большого космоса. Сейчас вирус угрожает вашей жизни в контексте вашей смертности. Все, что вы думаете о нем, все, что вы считаете важным, все это глупости. Если вы увидите, что ваш ум, ваши мысли и эмоции невероятно глупы, то естественным образом вы создадите дистанцию. Проблема в том, что вы считаете себя умными. А сейчас, когда это начало немного вас беспокоить, вы хотите отстраниться. Нет. То, что вы считаете умным, прилепится к вам словно значок. Это не оставит вас. Это не покинет вас. Как только вы начнете думать, что вы умные, ваши мысли не оставят вас. Вы не сможете закрыть глаза и сидеть, если вы очень умный человек. Когда вы знаете, что вы круглый дурак, тогда вы можете закрыть глаза и сидеть. С точки зрения жизни, с точки зрения существования, вы на самом деле — ничто. С точки зрения общества, вы можете что-то представлять собой. Дураки могут блистать среди других дураков. Но как жизнь, это ничего не значит. Как жизнь. Завтра этот маленький глуповирус может свалить вас с ног. Да, я хочу сказать вас или меня. Он просто может свалить вас с ног. Так что, о каких бы умных вещах вы ни думали, это не имеет ровным счетом никакого значения. Если вы понимаете это, то естественным образом появится дистанция между вами и вашим мыслительным процессом. Как только появится дистанция между вами и вашим мыслительным процессом, то, о чем вы думаете, перестает иметь какое-либо значение. Йога, 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 भूत भूत भूतेश्वराय कालका